Всем здорово, ребят. Добро пожаловать на Властелин колец с модом Энорад. Сегодня посмотрим дуэлику на новой карте Iron Mountains с розовыми гномами. Играть будет за Изенгард Афина и за гоблинов Диса. Это пони, кажись. Съебали ники меня, не, блядь. Так, значит, котик. Котик вам красивый. Смотрим, что тут есть. Крипить гоблинов. Еще и бежать так далеко нет смысла. Это херня, короче. Варги имеют смысл. За некоторые фракции. Тролль. О, неплохо. Для гоблина шикос. Он может играть в дабл крипинг через габлу. И потом захватывать тролля. Ранить тролль — очень сильная тактика. Либо просто карта большая. Ставить нычку, высаживаться на Изен тоже очень круто. Так, смотрим, что Афина. Афина палантир закинул. Видит, что в два барака играет Диса. Конец пока не строится. А, стоп, он пропалил ее. Вроде бы. Да, погодите. Крит я не вижу. Ну, хотя... Варги не так страшны, у них брони меньше, чем у рыцарей, намного причем. Если они влетят прям в центр пяти отрядов гоблинцев, то там они останутся в основном. Так что, может быть, и не стоит выходить. Ну и, ну, в, сразу в мародеров. Но в этом случае непонятно, видел ли он кавы или нет. Но может сейчас по количеству отрядов увидим. Значит, скауты также подстраиваются. Ну, раз Изен играет в кау, то у него выбора нет, он рашить не сможет. Иначе он проиграет. Так что ему вот сюда можно будет пойти. Орки из таверны очень хороши против гоблина. Может, он карту не знает, кстати. На варгов пошел. Так, смотрим, что он будет. Дикари ставится. Здесь что, 4 отряда есть. Паучки. Окей, он видел каву. Он решил таким образом ее законтрить. Ну, пауки не помешают каве давить. Но зато они ее перебьют. Так что, может быть, это сработает. Варги в процессе убивания ищет Афина. Где же нычка? А нычки нет. Не решается пока что-либо делать Диса. Ставит нычку с этой. Но это даже не нычка. Просто чуть-чуть ближе и все. Нигде нет. Ну блин, реально карта слишком в пользу гоблина. Тут столько... пространство, везде можно что-то поставить. На, не успел, не успел. Хорошая была попытка. Надо было просто паучков направить, да и все. Он испугается давить. Кстати, они... А, я думал, они еще скорость режут, окей. Возможно, стоит... Хотя, может, это имбово будет. Стоит заменить порезку брони на порезку скорости. Но тогда пауки слишком сильно будут каву контрить. Может, оно того и не стоит. Так, пошла пачка. Я бы на месте Диса сейчас попытался вот этих вот пацанов окружить. Пауки позволяют это сделать. Но он хочет забрать эку. И получается, ну, на двух бутылках одной жопой не усидишь. Второй отряд появился. Но да, безуспешно. И теперь уже пауками нельзя здесь тусить, потому что если скауты начнут по ним стрелять, то будет хана. Немножко они там покоцали. Совсем чуть-чуть. И надо сваливать. Надо было всей пачкой идти сюда сражаться. Зря пожадничал, конечно. Даже особо не покоцал эту плавильню.
Так, пауки больше не строятся, выходит в мародеров. И еще одна пачка у него есть. Побежали дикари. Блин, я надеюсь, что музыка не слишком сильно орет. Если кто-то через 3 года будет спрашивать в комментариях, что это за трек, то это саундтрек аддона Легион Вова, ну, World of Warcraft. Не успел. Не повезло. Минус рабочий должен быть еще? Нет. Либо не заметил Афина, может здесь занят был. Вот пауки тут огребают. Высаживаются гоблинсы, но пауками нельзя сражаться против дикарей, это смерть. И все, он не успевает. Фейл. Нычка убита, но еще пауки живы наполовину. Ой, не, ну все, все, это даже меньше одного отряда. По сути, они уже бесполезны. И он их дальше сливает. Грусть. Очень зря. Минус рабочий. Как же все плохо-то началось. В это время через левую ветку решил играть Афина, то есть в пилки. Ну, опять-таки, тоже умно использовать преимущество карты. Если для гоблина это ее длина, то для Изенгарда это деревья, которых здесь много. И тут тоже такая позиция прикольная, тут легко дефаться. Почему бы и нет? То есть он задавит деньгами, если доживет до лейта. Захватывается таверна. Хорошая нычка, которую Афина не палит. Лурдс. И небольшая пачка побежала искать неприятности. Ну-ка, смотрим. Мало очков. Да, если бы не потери, то гоблин мог бы тоже сыграть во вторую обилку первого тира и, например, тролля этого забрать. О, не повезло немного Афине. Но зато он увидел, что к нему идут. Забирается еще этот крип. Так, здесь гоблины должны будут погибнуть. Но вовремя реагирует их владелец. Но... не получилось. Так, деньги забрал. Итого практически ничего ценного не осталось. Здесь Афина гонит его. Это будет минус нычка. Нельзя сражаться, эта пачка сильнее намного. Плюс есть саппорт. То есть, ну, в смысле, саппорт от скаутов. И лурдс будет качаться еще. Это невыгодно. Так еще и дебафчик. Ой. Может быть, он сильно хочет очки получить какие-то, но я бы там не сражался. Зато у него есть кавалерия. Причем два... Окей, я понял идею. Высаживается еще пачка, здесь нет копейщиков совершенно, а значит, можно давить. Дикари быстро все погибают. Ну, ладно, хорошая идея. Практически 9 очков заработал. Лурд скачнул уже 3-й левел. Забавно, что не боится Афина и не отступает. Ну, скаутов не хотелось бы терять на месте Изина. Хотя ладно. На оборонычах 4-й левел весьма толстые челы. Так, здесь небольшая стычка. Дополнительный дебаф взял. 3-й барак есть. Новый отряд построился. Кавы. Броню сдал. Можно попытаться лурца в спину забрать. Также скауты, наверное, погибнут. Но это не точно. Если хотя бы один спасется. А, но он решил не рисковать. Ладно. Хорошо. Я бы попробовал лордса загрызть в спину. Ну ладно, неважно. Там копья подходили. Может, не получилось бы. Так, что у него еще есть? Экономика растет.
Мародеры бегают. Кавалерию свою потерял Афина. 760 на... Ну, это ничего не значит, в принципе, тут эко. Не связано с очками командования. А опилочки-то он не строил. Вот это немного странное решение. То есть, ну, допустим, если вы заранее решили играть в пилки, то как, после того, как вы обстраиваете первый черный круг, строите лесопилки. Они выгоднее, чем фермы, которые не на черной земле. По крайней мере, я так считаю. Я, ну, я не тестил, конечно, да, но я практически уверен, что это так. Но в любом случае, даже если это не так, то сейчас бы это было бы выгоднее, если бы он застроился пилками. Так непонятно, что он будет делать. Не то чтобы он проигрывал, но у него сейчас простой, из-за того, что он кучу денег тратит на лесопилки. А ему еще придется ставить одну... цитадель. Чтобы подстраивать новые войска. И пока все это будет происходить, гоблин подушит его. Пардон. Слушайте меня. Я всегда был вам верен. Что будет минус? Блин, я так чихнул, что у меня аж глаз начал дергаться. Да, берс мародеров не вывезет. Конец тоже. Можно также по пилкам побить немного. О, если он сейчас еще цитадель заберет. Он-то, конечно, он, в смысле, Диса не знает, что тут supply блок будет. Так как, ну, какая-нибудь цитаделька может быть сзади. Но тем не менее. Очень хорошо. Все, supply блок в жопе сейчас находится. Афина. Подстраивать лесопилки теперь не имеет смысла, потому что если у вас нет очков командования, то рабочие не вылезут. Они вылезут потом, когда он у вас появится. То есть можете не бояться, если, допустим, по какой-то причине вы хотите пилку поставить, а не очки командования, то вы можете это сделать. Но так-то это не имеет смысла. Надо подстраивать войска постоянно. Готовится небольшая контратака. Но здесь уроки должны погибать. Так, а что он? Может быть, он размышляет над тем, чтобы призвать дикарей. Но он увидел, походу, целую пачку пауков. А вот это будет зря. Сейчас. Пауки нехило против скаутов могут помочь. Если с ядом как раз вот так. Ну и против кавалерии. Окружить скаутов. То есть, ну, благодаря этому можно лучников не строить. Скаутам придется в ближнем бою сражаться. Это типа, допустим, вы видите, что скауты побеждают, просто отъезжаете. Они снова пытаются стрелять, вы снова подъезжаете. Пауками. Плюс героев сожрут. Если, например, вот лурца поймать в соло, ему смерть от пауков. Так, проверяла Афина, видимо, был захват или нет. А ну-ка. Нет, ну, экономила очки сейчас Диса. Никакого захвата не будет. Сейчас ему нужно забайтить противника на сражение одной большой пачкой. О, минус скауты 4 левела, отлично. А, не, испугался. А зря. Потерять, скажем, один отряд пауков на отряд скаутов 4 левела выгодно. Грейд вроде яда всего 50 стоит. Забавно, что Афина настолько не хочет отдавать деньги, что решил третий тир на это потратить. В то время как Диса может просто отсюда отступить. Он сражается, конечно, может оно ему выгодно. Но в принципе, да, он забирает этот третий тир. Не будет, может, бояться, что... Потом от него будут проблемы. Ой, я пропустил. Ну, видимо, это паника сейчас была. Он призвал глубинного стража, потому что Шеллоп схватил Лурц.
О, не-не-не-не-не. А. Нифига себе, вот это пощечина. У него аж челюсть отвалилась. А я думал пауками, что надо добивать. Да, этот третий тир явно получше сработал, чем у Афины. Все, они разобрались там. Шелоп второго. Ну, ей еще предстоит. Хотя тут корм есть. Нельзя уроков уже так посылать. Нужны копья. Иначе она будет сильно халявить. Уже третий левел. Появится пятый и будут проблемы. Сейчас бы Лурц помог, но увы. Ну, мне кажется, это проблема в пилках как раз. Очень не вовремя начала Фина их строить. Ну, может, боялся, что второй тир будет простаивать. Ну, посмотрим. Может, он сможет еще как-то выбраться из этой ситуации. Но ситуация не очень-то хорошо выглядит, мягко говоря. Четвертый левел уже. С половиной даже. Как же старушка быстро качается-то? Здесь еще позиция такая крутая. Можно будет отступить сюда и обратно, если что. То есть для нее прям халява. Нужно сносить эту плавильню. Нельзя давать ей экспу. Ну, вообще, Афина может надеяться на то, что просто вовремя икс прожмет. На самом деле, паутину-то легко законтрить. Но бывают ситуации, в которых невыгодно армию разделять. Так что такое. Но он, в принципе, от дефа сейчас вынужден играть. Может быть, пофиг для него. Посмотрим. Два перса здесь. Любопытное решение. Вульфгар. Мне нравится, я сам очень часто его строю. Но обычно, когда нападаю. Для защиты я бы его не делал. Ну, может, у него бабла много? Не, не особо. Ну-ка, смотрим, сможет ли он забрать шелоп. Там были берсы. А, они сзади. Зря, можно сражаться. Можно забирать Вульфгара пауками, станить эту пачку с помощью шелоп и поедать ее дальше. Почему-то боится Диса. Ну, это победа для него, мне кажется. Задушил просто со всех сторон. Не успевает отбиваться. Еще байтит. А хотя здесь... А, он просто отступил, наверное, сюда. Поймал. 6-й левел есть. Но это минус Вульфгар. Только не разочаровывай меня. Он не должен здесь жить. Он уже сам пришел на смерть. Да ну не может быть. Наконец-то. Но я надеялся, что пауки его сожрут. Ну ладно. Для шелоп, наверное, опыт ценнее будет. Так, пытается здесь прогнать. Ну, войск так-то не густо. Можно сделать им апгрейд, если бы деньги, конечно, были, чтобы легче было мародеров убивать. Но высаживаются лучники, поэтому он вынужден уходить. Был бы уже четвертый тир, если бы не дополнительная обилка. Ну, в принципе, как ни странно, но отбивается здесь Афина. Слил всех своих пауков Диса. При этом эко у него шикарнейшее. Так, здесь отбил пачку. Немного темп сбавил. Здесь тоже пробился. Одна пилка не работает. И всего их у него три. То есть, по факту, второй тир не работает тоже. Ну, две пилки работают. Денег у него недостаточно. Зато скоро будет четвертый тир. Не понял я, зачем он здесь поставил барабана. Барабан.
Я хотел сказать барабанщика, потом меня заклинило. Ну, это, конечно, барабанщик, если так подумать, но это все-таки барабан. Такие дела. Оправдания начались. Так, снова. А, он. Окей, он просто высадил здесь пачку. Я уже думал, что Афина прогнал ее. Так, выход в бурдура. Ну, это лакшери, короче. Это типа. Диса светит своим айфоном, в общем. Чтобы вы понимали. Потому что никто в нормальной ситуации его бы не строил вторым героем. Нужно строить коронованного. Но так как он выигрывает, у него куча денег, он может себе позволить. Так, 25 очка. Он уже заранее обстроил крепу и приготовил 25-ку. Сейчас летучие мышки заберут балики. Хотя они фокусятся неплохо. Но тут есть берсы, так что я думаю, балики не проживут долго. Но они неплохо так покоцали. Берсы не добегают. Погоди-ка. Не может быть. Нет, прорвались, прорвались. Окей. Было бы довольно-таки ржачно, если бы он крепу смог снести. Хочет это сделать. Но нет, они все лягут здесь. Тут шипы сделаны. В ближнем бою будет ответка. Приходит паучиха. Минус рабочий, правда. Но ловить им здесь нечего, увы. Гундабадцы их не отпустят. Ну, в целом, если так подумать, то, конечно, размен для Афины хороший. 25-ка на 25-ку. Плюс он забрал рабочего. Одного. То есть он явно здесь в выигрыше. Так, еще броня на крепости загрейджена. Это тоже, кстати, плюс для Афины, потому что денежки-то выкинуты на ветер, по факту. Но в любом случае ему самому потом придется денежки вкладывать в крепу. Так что в момент, когда он это сделает, не будет считаться, что вот этот вот апгрейд был выкинут на ветер. Так, смотрим, что он успел за это время сделать. Немножко эки, еще одна лесопилка и все. У него ведь капитаны сейчас откатятся и будет призыв дикарей, которых можно загрейдить в надежде покоцать шеллоп, допустим. Потому что контратаковать уже особо смысла не имеет эку. Ну, то есть это надо, конечно, делать, что он и делает, но... типа, допустим, менять второй тир на парочку ферм уже пофигу. У гоблина куча бабла и так. Ой, ужасно сейчас было. Эти ребята должны собирать деньги. Они не хотят воевать, поэтому они должны строить. А для постройки нужно дерево. Так, лурдс 5 уровня, но очень мало скаутов. Нужно поймать сейчас шеллоп. Он решает бурдура забрать, он боится потери крепости. Ну, бурдур стоит дороже. Забыл оборонку поставить, и можно было похилиться. И нифига. Вот это неожиданно сейчас. Также есть дикари. Но сейчас уже их призывать не стоит, потому что стычку выиграл Афина, причем уверенно. Сейчас он забрал у Дисы денег больше, чем стоит крепость. По флангу проходит пачка. Вот тут еще берсы. Нужно выходить у великанов в гоблину. А то он сейчас сильно рискует. Он прям по всем фронтам проиграл, кроме верхнего, но тут небольшие пачки только. А, ну, кстати, либо в апгрейд. Да, апгрейд он сделал. Хорошо. Да, это лучший вариант, потому что быстрее. Смотрим на его ресурсы. Пока что решил троллей построить. Сейчас будет третий тир. Там есть только лидерка на урон. Так что... вполне вероятно, что глубинный страж не под... Все, забейте. Неужели такая задержка большая? Да, Афина хостит. Нифига тут зрителей. Как на стриме. Ну это жесть. Это прям что-то слишком большая задержка в хоста.
секунд две, наверное. Но до этого я не... Может, ладно, может, он просто ошибку допустил. До этого-то вроде нормально контролил. Ну, просрал, конечно, третий тир. В любом случае, неважно из-за чего. Важно, что его у него больше не будет. И благодаря тому, что со всех сторон уроки наступают, Афина будет отстраивать эко. Если он сможет накопить пачку пилок. Ну, кстати, посмотрите, у него в целом... А, зачем он это делает? Чтобы 25-ку нельзя было призвать, что ли? Там. Ну, у него уже эко неплоха. Правда, он больше ставку делает на плавильнее. Ну, в любом случае. Он уже не так плохо себя чувствует. Берс в наглую пытается тролля закрисить. Из таверны пачка пошла. Все прям очень плохо для гоблина. Смотрим сюда. 13 очков. Сейчас будет погодный эффект, который Диса не переконтрит. На секунду. А, нет, ладно. Неужели денег нет у великанов выйти? Походу нет. Эко сильно просело. Ну, сейчас тролль немножко накоцает. Хорош. Основные силы собираются с правой стороны. У Афины войск мало, но он стягивает войска по центру. Возможно, будет просто байтить здесь. Ну, то есть отступать, чтобы эти ребята успели подбежать и что-то забрать сами. Тут есть несколько ценных зданий, которые практически третьего левела. Это будет большая потеря для гоблина, если он их лишится сейчас. Да, он отступает здесь. И пачка добегает до... Что он тролля решил забирать, что ли? Не, что-то как-то не получилось. Высаживаются гоблины. Берется мародерка. Кстати, под шелоп надо было брать мародерку сразу. То есть, ну, в правую ветку играть, а не в левую. Имха. Червяк был бы выгоднее, чем глубинный страж, если бы шелоп паутиной поймала кого-либо. Ну, не кого-либо, а пачку. Лукарей забыл. Но в целом прогоняет Афину. Байт не удался. Афине придется сражаться здесь, потому что тут уже потери пойдут. И, видимо, это понимает Диса, поэтому решил укрепиться. Ну, он может под барабаном постоять, забрать, например, с безопасного расстояния эту цитадель. Так, по меду бегут уроки. Тут только лукари. И то немного. О, неплохо. 50 рублей капнуло. Так, здесь мы видим, что решил окопы прорыть Афина. Ну, тролль может кидать камни. И по идее, здесь должен пробиваться гоблин. И это будут минус бараки. Если он только сейчас додумается до этого. Он, видимо, на меду занят. Ну да, здесь, по идее, у него победа небольшая. Может, этих ребят перекинуть. Вряд ли это пачка... Хотя, тут тоже тролль есть. Теперь тролли везде есть, поэтому любой пачкой можно спокойненько нападать. Афина решил, что пофиг на эту точку, пускай она уже рушится. Нужно перекинуть силы на мид. У него прикрытия нет нифига. Он, кстати, еще будет минус тролль. Ну, хотя ладно, чуть-чуть прикрытия есть. Минус, да.
Ну, один тролль стоит как отряд скаутов примерно. Где он там? А, нет, погоди, 600. Да это у Мордора 500, что ли? Все, я спиздел, пардон. Неважно. Но в любом случае, он убил скаутов и забрал у каждого из них кошельки, которые мама на завтраке в кармашек запихнула. Поэтому он купил тролля так-то. Ну, технически, не знаю, может, нет. Там еще мародеры подохли. Целая куча берсов врывается. Но на земле можно сражаться, только лучники рискуют Слушайте подохнуть. меня. Да, нормально, нормально. Хотя, ладно, был неправ, ненормально. Земля еще и закончилась. Вынужден сваливать отсюда гоблин. На меду какие-то разбежки, но здесь он пробивается. К тому же тролль 5-го левела. Еще одна бомжатня падает. И того. А, и вышка падает. Никак не получается здесь удержаться Афине. Зато отсюда гоблинов прогоняют. Но здесь такая же проблема. Он бы и готов посражаться, но никого нет, кто бы мог потанчить. Так что берсы быстро разберут лучников, а скауты разберут троллей. Полная фигня будет. О, неплохо. Минус 2 берса. Отлично. Сейчас еще берсы упадут. Вот теперь, по идее, можно сражаться. Минус. Ну-ка. Да ладно. Добить немного, немного. Ну, минус 3 берса. И этот от спида умрет, скорее всего. Но он толстый, так что может и нет. Шелоп появилась. Так, здесь еще больше войск у гоблина. Может варгов строить? О, да, он так и делает. Сами по себе берсы не потащат, потому что тролли их отбрасывают и довольно-таки больно дамажат по ним. Поэтому, то, опять-таки, нужна какая-то пачка войск, чтобы в худшем случае для Афины, если он будет терять берсов, то это только потому, что Диса их фокусит вручную, то есть контролит сильно, минус Лурдс. Если так будет, то хотя бы на одном фланге он не сможет контролить и будет терять войска. Ну а в лучшем случае просто пачка вбегает вместе с берсами и вырезает лукарей. Ну, последняя надежда, наверное, для Афины здесь выбить гоблина, но он прям все войска сюда вызвал. Лучники уже лицом торгуют тут. Мне кажется, капитаны все-таки переломили ход этого сражения. О, вижу коронацию Горкила, пускай позднюю. И также здесь он пытается. Хотя, блин, были бы они грейджинами, они бы сейчас троллей покоцали. Или даже поубивали бы. А так, подумай, что просто мясо. Сражаться здесь нечем. Руки отвлечены. А второй 25-ки не будет, потому что ему не хватает. Он ждет погодный эффект. И Афина ждет, да, тоже. Он его выбрал, но он его ждет. Это игра в шахматы, ребят. И если никто из них не психанет, то никто из них погодный эффект так и не прожмет. Такие дела. О, психанул. Погодите-ка. А, он еще пауков взял. Но если сейчас Афина поймет, что была допущена ошибка, то у него будет все очень хорошо. Ну что ж, снова 25-очка и должен вызываться Гундабад, но не вызывается, потому что Диса обосрался с подливой. Зачем вызывать было 25-ку, если балики были шотнуты стражем, здесь куча вышек и есть армия, то есть этих ребят можно поубивать. В худшем случае он пару ферм заберет и все. Эту пачку надо было вызывать сверху, как раз, чтобы пробиться, потому что основную армию он там потерял. Либо здесь для поддержки своих войск.
Ну это просто ужасно, тупо было. Ну у них есть какое-то время, может они по миду сейчас пробегут. Но сейчас был реальный шанс для Дисы выиграть сражение. Либо получить достаточно много преимущества, чтобы в будущем его выиграть. Он, видимо, он решил, что пофиг наверх, будет захватывать этот фланг. А здесь просто отбивает атаку. Ну, войск осталось очень мало тут. Тролль решил героически умереть возле урков. Но еще три тролля осталось. Снова лурц подох. А, потому что его своим жалом из попы паучиха отравила. О, неплохая пачка. Но она идет куда? Вот здесь три тролля. Ага. Куда она идет? А, она идет спасать Эку. Но мне кажется, что Эка сама себя в состоянии спасти. И нужно все-таки сюда высаживаться. У Шелоп есть паутина. Отлично. Кавалерия. Нет, все-таки все идут наверх. Диса как Саурон. Он хочет победу на всех флангах или фронтах одновременно. Но в принципе ему здесь удается сдержать малыми силами. Такое впечатление, что конец игры для Афины. Почему он это не прожал? Боялся, наверное. Эко в говне. Эти не работают. Это до сих пор не работает. Это по его вине не работает. Ну, это тоже по его вине не работает, походу. Только это по вине Дисы не работает. Эки мало. Получается, что основная эко сейчас была сверху. И ее не будет. Даже не может себе Сурмана позволить построить. Так, по центру собирается такая неплохая пачка. Сейчас, если все эти тролли добегут... Ох. Тотемчик уже есть. Нет, это ГГ. Проиграл Изенгард. У него будет мина, которой он, по идее, может надеяться забрать эту пачку. Но это нужно, чтобы прям планеты все в ряд выстроились. Потому что опустошения же нет. То есть гоблин просто может сбежать. Грима, кстати, больше денег с мародерки дает, чем Лурц. Что печально. А, ну окей. Наделся на недоконтроль. Но, к сожалению, для Афины именно недоконтроль позволил ему часть войск спасти. Но, в принципе, тут мало их, так что мина окупилась. Я уверен. Снова минус лордс будет. Не понимаю, почему он уводит троллей. А, он думает, что... Погодите, два... Разве? Нет. Он же по своей... Он по своей 25-ке должен следить. Он, походу, решил, что сейчас какой-то призыв будет. Но не будет. И из-за этого захлебнулась атака на миду. Сейчас бы тролли здесь бы здание сносили, пока эти отступали бы. И то же самое здесь. Но здесь вообще победа, по сути. Колбу кинет. И остатки этих ребят подохнут. Ну ладно, допустим. Немножко затупил. Самую малость. Но все равно Диса выигрывает сильно. О, выход великанов еще. Второй на подходе. И да, все. Афина понял, что это ГГ. Ну, в целом, всего парочка ошибок стоили Афине катки. В основном, конечно, просер с экономикой, с пилками. Очень сильно облажался. Ну, типа, не стоит их недооценивать. Со вторым тиром они довольно-таки много бабла приносят. Но очень хорошо сыграл. Надеюсь, вам понравилось. Оба игрока отлично сыграли. Приятно видеть, когда прям везде войска бегают. Спасибо за внимание. Не болейте. Бе-бе.